Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем каточку нашу признанный архитект. То есть создаем тюрьму. Являемся таким архитектором тюрьмы. Что мы имеем пока? Мы имеем кухню, столовую, душ. Как видите, здесь у нас пока все засрано, потому что у нас нет нормальных уборщиков. Ну, деньги у нас, по крайней мере, есть, это уже хорошо. Что я еще хотел? Я хотел назначить, получается, не комнату отдыха. Хотя это тоже потребуется нам в последующем. Так, я хотел сделать медотсек. Медотсек, но пока я его не могу сделать. Почему я его не могу сделать? Потому что доктора только исследуются. Нам еще также нужны финансы и уборка. А также садоводство, чтобы мы могли выращивать деревья. То есть и продавать их сразу же. Весьма полезное занятие и весьма выгодное. Так, пень. Можно вот это вот, да, как-то отсюда убрать. И давайте немного ускорим время. Не понял, а что ты тут делаешь, Бёрнс? Давайте пень тоже выбросим. Это тоже выбросим. И пока у нас исследуется уборщик. Делал такое. Нужное, я бы сказал бы. Ребята, я бы там поставил бы и телевизор, и... Ну, если бы вы, блин, не поднимали эти дебильные бунты. Сами их только хуже себе делаете. Я, блин, ну, хочу сделать нормальные камеры, как бы, чтобы... Заключенные были, в принципе, так, знаете, довольны... своим местом обитания временным. Как бы так правильно выразиться. Чтобы не было ни бунтов, ничего у нас. Господи, блин. Все, давай езжай. Мусоровоз. Я бы, наверное, убрал бы и здесь ворота. Или просто поставил бы их постоянно открытыми. Финансы нам пока не позволяют это сделать. Доктор что-то долговато исследуется. Давайте пока еще... Так, финансы. Финансы, давайте персонал наймем бухгалтера. Бухгалтер у нас будет тут сидеть. Так. Пень. Выбросить. Пень. Выбросить. Нам эти пни вообще как бы они... Ни к силу, ни к дому, как говорится, да? И вот охрану тоже надо как-то поберечь. Я бы в общую камеру еще лавок поставил бы. Что мне мешает? Я кровать сюда просто поставлю. Такую, знаете. Вот такую вот. Вот две кровати вам сюда. Хотя хоть как-то спали бы там. Более или менее. Охранники тоже не могут, знаете ли, быть. Просто поставим открытую камеру, пускай ходят там как хотят. Все, давайте. Вот он, кровать еще пару штук. В принципе, спать тоже можете там. Только не поделитесь, блин, с этих кроватей. Так, что у нас с медиком? О, уборщик. Все, одного уборщика нам пока хватит. Я думаю, я надеюсь на это. По крайней мере, хоть какая-то чистота у нас тут будет. Построить лазарет, нанять менее двух докторов, нанять психолога. Нам еще также надо психолога, да? Психолог. Давайте психолога еще. Че, повара? Ну, двое поваров, я думаю, справляются пока. Нужна еще одна камера. Давайте быстренько, не знаю, склепаем как-нибудь. Такую общую.
сразу подведем сюда трубу. Вот так вот. В любом случае пригодится, да? По крайней мере, мы сейчас заключенных можем расселить. Нормально. Так, бухгалтер, там тут директор отдыхает, да? Ну, хорошо, пускай отдыхает. Так, ну, свидание это все пока, это еще дело второстепенное. Нам лазарет нужен. Доктор. Доктор. Так, нужны койки. Больничные койки. Нужно комнату установить. Так, лазарет. Лазарет. И теперь можно будет поставить койку, да? Больничную. Больничная койка. 1, 2, 3. Я, конечно, много, наверное, коек поставил, но я думаю, сгодится со временем. Я, конечно, нанял бы еще рабочих. Садовник. Садовник, садовник, садовник. Нам очень нужен садовник, чтобы мы могли выращивать деревья. Ну и продавать их сразу же. А, нужно еще одного доктора. Ну, давай. Чтобы можно было взять задание сдать. Нанять психолога. А психолога мы, наверное, себе пока позволить не можем, да? Он еще пока не открыт. Через 46 секунд. Что тут лагаешь? Так, психолог. Давайте мне психолога. Психолог. Все. Теперь у нас есть психолог. И мы сдали задание. У нас есть 10 тысяч долларов, и что? И 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов это хорошо. Так, давайте посмотрим еще, какие задания у нас есть. Гранты. Так, до 15 заключенных. Так, открыть техническое обслуживание меню бюрократии. Давайте вот это. 5000. Так, 15 заключенных. А, нужен еще уборщик. Давайте еще одного уборщика наймем. Нанять садовника. Садовник. Отлично, мы эти гранты тоже повыполняли. Так. Вот это. И вот это, я думаю. Так, нужно будет разогнать тюрьму до 30 заключенных, но пока, подождите, пока мы тут стенку не построили. Вот так вот надо сделать. И надо будет сделать, знаете как? Надо будет начальника охраны нанять. Но для начала его, чтобы нанять, нужно открыть. Открываем начальника охраны. 500 бачей. Вот нам даст эти возможности. Так, ну, пошло-поехало. 10 охранников. Ах. Денег бы нам побольше. Вот, кстати, насчет денег. Это я хорошо вспомнил. Нужны ограды. Для чего нужны ограды? Чтобы я мог выращивать леса. Ну, собственно, и продавать. Места для лесов нам надо немало. Здесь я поставлю вот такую вот дверь. Тут такую вот дверь поставлю. Вообще, желательно было бы тут ставить. Ну, ладно.
И я назначу здесь лесорубку. Так. Склад не то. Что-то пока все не то. А, нахай отстраивают. Вот лесопилка. Давайте ее пока большое делать не будем. Скажем, вот такой вот лесопилочка у нас будет небольшая. Ну как небольшой? Большой. С не очень широкой. Все. Вот так вот сделаем аж. Это очень быстро окупится. Собственно говоря, эта лесопилка, это наша основная кормилка. Я бы сказал бы так. 6 охранников у нас. Можно, в принципе, еще охранников нанять. 1, 2, 3, 4. То есть до 10. Открыть патрулет. Так. Давайте, ладно, заключенным. Пошли нафиг эти заключенные. Давайте карцера. Вот, кстати, насчет карцеров я вот и не побеспокоился. Карцеры у нас пускай будут. Нет, тут. Вы знаете, заключенные себя безнаказанными не чувствовали. Чтобы осознавали, что в случае чего они попадут именно сюда. А что это за дела, да? Давайте в эти толчки проведем трубы. Сразу же. Ну, как-то так, да? Я думаю, да, нужны еще камеры нам. Так, ну, базовые камеры. Я пока ставил бы общие, конечно же. А вот так вот давайте. Угу. Закроем это все в помещении. Так. Здесь поставим дверь. И потом мы туда, короче, патруль ставим. А еще, знаете, что я хотел? Будем сейчас, короче, еще контрабасик ловить. Заключенные у нас вооруженными не ходили. Вот так вот сделаем, чтобы никто умный не обходил нас. И еще поставим конденсаторов на наш блок питания. Ну, сразу его разгоним, да? Поставим здесь решетчатые двери. Ну да, здесь я хотел изначально поставить, но не получилось. Так. Так. Вот так вот. Не понял. Все, закрываем помещение. Да, денежки летят очень быстро. Так, холодильник. Холодильников, блин, надо очень много. Все, в принципе, есть. Сейчас поставят им. Все, давайте еще. Так. Еще столов. Еще лавок. Угу.
Можно расширить немного еще, получается, нашу лесопилку. До такого уровня. Ну, вполне все нормально. Садовники свое дело знают. Что-то здесь зона такая не выделенная. Может, просто глюк? Ок. Не, вот здесь вот не надо. Тут двери потом не будут открываться. Ну и все. Сейчас будем барыжить деревьями. Собственно говоря, на что я и рассчитывал изначально. Чтобы иметь деньги хорошие. Так, ну вроде, смотрите, поднимаемся так-то уже. А, точно. Извини, приятель. Так, что я хотел еще? Объекты я хотел поставить эти. Металлодетектор, вот. И хотел их запитать. Хотел также поставить сюда несколько тренажерных залов. Вот так вот. Таксофончики. Что такое? Чё ревете? Лавки. Лавки поставить вам сюда. Да, и, собственно говоря, запитать. Так, да? Так, в общей камере пускай тоже стоит металлодетектор. Сюда проведем. Так вот. Вот так вот как-то. Вроде везде поустанавливал, где хотел. Металлодетекторы. Так, а я здесь проложил трубы. Вроде. Нет, ну должны еще дотянуть. Ну подождем, значит. В камеры, кстати, можно поустанавливать каких-нибудь ништяков, чтобы они там поспокойнее жили. Давайте, не знаю, зомбоящики поставим. Что им еще надо для счастья? Ну, душ они и так сходят, помоются. Это в основном вот эти бунтуют, особо опасные преступники, которые... Ну, давайте, раз уж это общая камера там такая, поставим сюда еще одну. Кровать. Поставим сюда им тоже какой-нибудь телевизор. Пускай радиоприемник тоже стоит. И пускай
пускай душевая будет, ладно. И слив поставим им. И на слив мы подведем канализейшн. Вот как прилично камера получилась. Так, ну нам надо до скольки? До 30 человек, да, разогнать. Ну, сейчас вот построят камеру, в принципе, будет нормально. Так, я сюда трубы кинул, а я сюда трубы не кинул. А почему я это не сделал? Фиг его знает, да? Забыл. Так, ну у нас тем временем 2000 баксов осталось. Надо как-то сейчас поберечь. Как там еще эти деревья расти будут? Ну, эти работы, я смотрю, не покладая рук. Они там сами разберут. Эти деревья. Обычно. У нас здесь охранников пускай работают, пускай дверь открывают, отрабатывают бюджет. С электроэнергией у нас все в порядке. Тут я понаставил всего, всего хорошего. За свет, за газ, за воду вам. Приходят нам жировочки ЖКХ. Ну чё, осталось лишь подождать. 36. Так, давайте поставим стенку здесь уже нормальную. Чтобы как у людей все было. Ну вот, смотрите, ну можете же спокойно жить. Вот там карцеры есть, правда, почти что-то еще не подключили. Ну, потерпите, я думаю, потерпите, да? Хотя в карцер там без сортира, без кровати там. Слышно, пол, блин, будешь спать в этом. Никто виноват не будет. Только сам будешь виноват. Так, что я хотел? Увеличить вместимость тюрьмы до 30 заключенных. То есть, соответственно, нам надо добрать их. А добрать надо... Так, до 30. Давайте до 30 разгоним. Вот таких вот средних пацанчиков. Они более-менее... С ним, по крайней мере, столько проблем нету, как... О, что там приехало? Приехала партия. Что, давайте принимать их? Так, ну давайте, не знаю, чтобы... Еще обезопасится, еще двое охранников защищают закон и порядок. А что так? Вот теперь нормально. Так. У нас 30 заключенных есть. Я прав? Прав. Давайте, не знаю, там до максимум 36 человек у нас вообще возможно. Все. Просто не понимаю, ну смотрите, до 30 заключенных, а у нас сколько? Еще только 72%. Хай прибывают. Я думаю, в таком случае надо будет еще повара нанять и еще поставить в таком случае... Ну, моек у нас достаточно, надо еще холодосов. Ну и пару мусорных баков. Так, знаете, для красоты. А еще я считаю, что нужно вот этих вот ребят. Два человека, как минимум, еще. Видите, деревья рубаются, деревья-то дают. Если смотрели предыдущие серии, знаете сколько? Ух, как дают они. Хорошо.
вывозится по парте там 5 штук, я не знаю, ну в общей складчине. Вернее, по 7. Так, ну тут вроде все, вроде как организовали нормально. Бабосик идет. А вы что, зависли? А, пройти не могли. Бёрнс, давай пропусти Бёрнса. А, так, почини. И обычно. Все. Что это там открыто? Еще что есть только полицейских тусует? 5 человек. Я вас еще для этого нанял, чтобы там в таком количестве толпились. У нас еще один не поевший. Особо опасный чувак. Что, опять? Что, дубинку потерял, что ли, или что? Ничего, лазаретик есть, все есть у нас. Вас подлатаем, вас подлатаем. У нас тут еще 3 штуки скоро придет долларов. Так, давайте посмотрим с нашим расписанием. Давайте, блин. Побольше свободного времени назначим. Все равно, смотрите, вот есть холодильники, они ставить на них не хотят. Что-то у нас тут повара тоже немного такие, я бы сказал бы. Что нам еще надо? Надо посмотреть. Комната отдыха. Мы себе пока не можем это позволить так особо. Кабинет охраны было бы неплохо. Приемная, ну блин, ладно, УДО. Ну просто, когда чувак здесь отсидит, сколько там, 75% срока заключения, мы можем отправить его, в общем, на УДО. Вот, и... Мы, типа, раньше бабосик получим, больше бабосика получим за каждого освобожденного. То есть, после того, как он сидел срок, и нам даются за это еще деньги. Александрия. Что-то тебя мало посадили. Угон автомобиля, а ты еще здесь отсидел. Ну... Веселая работенка. Ну да, в основном эти попадают. Особо опасно. Ну, такие тоже, я смотрю, попадают. Хранение наркотиков еще прибавляется им там. Все не поубирают, блин. Тут отходит, тут заняться не может ничем полезным. Давайте, знаете, тогда что сделаем? Мы можем положить, в принципе... так, извиняюсь, это у меня. Сейчас я закрою ВКонтакте, как-то открыл. Между сериями, когда записывал. Все.
так тебе больше нас отвлекать не будет. Давайте положим нормальные дорожки. А, недостаточно денег. Да, дорожки это дело дорогое. Ну, сколько у нас лесов, а? Сейчас повырастают, там посрубают. За милую душу. Будут у нас деньги. Так, нам нужно открыть патрули в меню бюрократия. 1000 баксов надо. Что-то прибыль, знаете, вот вроде должна идти, вроде. Что-то так-то ее и не особо и много. Ну что, сколько к вам тут соседи подселятся, а что ты в наручниках? В душ занимается, семью отдохнуть на свободу. Ну там церкви надо построить. Давайте. Вот души не хотят, да? Я думаю, может каждый из камер тоже душевую поставить. Это, в принципе, дело такое, знаете, полезное. И давайте насадки поставим. Будете мыться. Когда захотите. Аж бабоса не хватает. В принципе, по-моему, одного слива должно хватать на всех. Точно не скажу. Лучше не рисковать, да? Что такое опять? Ай, блин, это что же надо? Трубу ложить, да? Давайте слив поставим. Чего вы там бушуете? Все бушуют, бушуют. Спокойно пожить не могут. Я им тут ставлю, они ломают. Хотите жить в грязи? Я вам сейчас вообще тут лавку поставлю. Посмотрю, как вы заживете счастливо и весело. Вот ребята нормальные в общей камере живут, а вы? Вы нормально все ужиться не можете. Так, я вообще хотел... бетонные плиты положить. Хотя пока как-то вот так. Где они тут ходят в основном? Ну, вот так вот. Во дворе надо тоже что-нибудь такое положить. На чем хорошо гулять. Опять пиздилка.
мозаичный пол положим. Не знаю, просто потому что я захотел так. Ну, красивенько, красивенько. Не понимаю, что им не живется, что они тут все время начинают. Вообще это надо было где-нибудь в помещениях. Чтобы доктора быстрее, в смысле, какие доктора, эти повара быстрее работали. А, так, бетонный пол. Вон помещение. Вот так все это покрыть было бы. Было бы хорошо. Надо только здесь ставить. Посмотрим, как это просто выглядеть будет. Там уже можно будет и ставить. Просто, чтобы они быстрее передвигались, соответственно, быстрее свои функции выполняли, соответственно, быстрее все было у нас. Видите, ну, разница есть, он быстрее раза два ходит. Отлично, пошла вырубка. Ну, вот видите, по 300, там, по 200 баксов идет нам. С этих деревьев. А пока там саженцы закупится. Ну, это, конечно, тоже идет на минус. Но и плюс тоже такой конкретный, хороший. А давайте что? Давайте обыск. Как вам такое, а? Сейчас столько людей в карцах пойдет. Ну, $40. А, типа, понаходили предметы, да, потерянные. Чё, не нравится, да, обыск? Ну уж, привыкайте. Всё. Конец обыска. Так, ладно, мозаичный. Пока еще лучше туда не буду. Так, что у нас там с металлическим? Ну, такое, знаете. Ну, в итоге, когда у нас денег будет нормально, мы тут все так положим. Так. Вообще, я хотел вот накопить. А что? А кто, подожди, мне там надо... А, мне нужно патрули открыть. Видите, закупился. Так, короче, деньги то появляются, то уходят. Штуку баксов на патрули мне надо. Они застраивают там полы, чтобы быстрее ходили. Сейчас деревья там напродаем. Будет у нас все тип-топ. Слушай, а психолог, а те кто-нибудь вообще ходит? Ну так, по-хорошему. О, вот это хороший у вас. Сейчас, смотрите. Давай, вот здесь сразу вторая машина приехала. Давай. Сколько? Штука. Две штуки почти. Так, что я хотел? Так, патрули. Патрули я хотел открыть. Патрули. Где патрули? $1000. Я сразу назначу нормальные патрули. Пошел вывоз. Зарабатываем. Короче, рубим. Сразу минус 145. Не, ну... Деревья это прибыльно.
Кто бы что ни говорил. Бабака, вроде, тоже пока справляются, и с едой у нас тоже все нормально. Ну вот и деньги появились. Продавали деревья. Повозили их. А посмотрите, что нам еще надо, в принципе, так открыть. Так, ну эти разблокируются. Постановка. Это нам пока не надо. Это, в принципе, хорошее дело, но тоже. Вот это бы я вот сделал бы. Трудоустройство заключенных. Можно было бы поднять количество своего персонала в тюрьме. То есть обучить их сначала. Нанять учителя. Вот здесь вот живут пацаны. Ты лавка, и телевизор, и койки такие нормальные. Даже там не заняты некоторые. Хотя что странно, 36-36. Надо срочно кинологов находить. Так, а комната для кинологов, да, вот надо вот построить. А в любом случае надо настроить здание, кстати, вот знаете. Служебных. Вообще, как-нибудь тут, я не знаю, сделал бы. Такая, знаете, типа небольшое административное. Не знаю. Квадрат административный. Что вы там опять бунтуете? Охранников, что ли, на вас мало? В карцере нравится сидеть. Смерти? Подрезали кого-то. Ничего, сейчас мы тут патрули назначим нормальные. Недостаточно бабок. Давайте валить эти деревья уже быстрее. А, нет. Сколько там? Две штуки надо, да? Вот так вот выделить не могу я, к сожалению. Чтоб сразу продать там можно было. Зря они не вели эту функцию. Может и вели, да я всего не знаю просто. Многого, вернее. Так. Сейчас на дверь соберу тут немного. Просто быстрее будут. Не повыносили все. Так, двери. Прибыло еще несколько заключенных. А каких, кстати, заключенных? Ну да, только средний режим. Нам особо тяжелый этот не нужен. Так почините уже этот слив. Что-то мне кажется, я слишком много общих камер понастраивал. Так, комнаты. Это нет, это... Я хотел охранную зону сделать. Нам еще кладовка нужна. Офисный стул, стол. Нет, ну там как бы комната должна быть побольше. Так, картотека.
Tool. Ага. Офисный стол. Вот так вот. Нужно что-то... Почему мне не засчитывается вот это вот? А, патрули. Все, могу патрули назначать. Так, один здесь. Один душу постоянно пускай тусуется. Один в столовой выхаживает. На кухне, я думаю, не обязательно. Один тут. Один у нас пускай как Черный воин будет. Один пускай здесь все время там обхаживает. Один здесь как-то. Так, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Нормально. Так, нормальные патрули назначили мы. Теперь, по крайней мере. Что нам надо? Нам надо, блин, дороги нормальные положить. Раз уж мы тут начали везде это делать. Я хотел исследование, так, вот, кинологов. Ай, блин, пса мне уж хотел там поставить, а не комнату охраны. Ладно. Оружейку. Кинологи и оружейка мне нужны. Ладно, что-то одно, походу, у нас будет. Пока что. Так, еще плиту. Еще холодильники. Еще. Еще питание. И еще столы. Также лавки. Также столы. Что-то мы всех не накормили нормально. Как-то так пока и живем. Почему вот это увеличить вместимость в тюрьме до 30 заключенных? У нас 36 заключенных. Давайте поставим еще общих камер, как вам идея. Но для начала мы поставим
Так, для начала мы бабос поднимем. Так. О, ну давайте уже быстрее. Так, комнаты. Пса. Объекты для пса мне нужны. Собачья клетка. И кинологов мы тоже назначим. Пока три, да? Хорошо. Вместо основных контрабасов мы короче, сюда с кинологом. Где-нибудь, не знаю, столовую, там, душевую, я думаю, не обязательно. Ну, здесь ходит, скучает. Ну, короче, работы тут еще не початый край, вам скажу. Мягко говоря. Да. Увеличить количество заключенных на 20 штукарей получим. Я думаю, на этом можно завершить нашу серию. Я буду все на место этой Пегаса Ханти сохранять. Это можно серии 5 какой-нибудь. Ну а с вами был Зазепа, так что ставьте лайк, подписку, если вам понравилась серия. Ну, всего хорошего, удачи и пока.